Меня зовут Елена, я прошла школу Святослава Игнатьева. Очень положительные отзывы. Пришла я сюда совершенно случайно и специально к этому не готовилась. Я решила буквально в последний день и попала последним человеком в группу. Поняла, что люди подобрались, видимо, уже подготовленные, то есть желающие познать новую информацию. Определенный как бы контингент, и было очень приятно обучаться в этой компании. Что я хотела получить? Скорее всего, больше разобраться в себе и в том, что происходит вокруг. Получила результат. Думаю, что мое сознание однозначно расширилось. Я поняла многие моменты. Может быть, какие-то я допоняла то, что там о чем-то догадывалась, но здесь я более структурно разобралась в каких-то вопросах. Надеюсь, что мне это в дальнейшем самопознание в первую очередь поможет. И надеюсь, что я все-таки решу все свои вопросы и буду полезна людям с этими знаниями. Я надеюсь, что я сначала разберусь со своими вопросами, подготовлю себя энергетически и структурно, а затем, я думаю, что вторым шагом, ну, во всяком случае, есть люди, которым я уже могу чем-то помочь, если это будет дополнительный какой-то, скажем так, комплект знаний, я думаю, что это не повредит, а если это будет полезно людям, это просто большое счастье.